Намасте. Привет, друзья, подписчики. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Сегодня воскресенье. Вот постараюсь быть коротким. Хочу вот просто сегодня воскресенье. Еще смотрю, интернета есть немножко, то так на несколько минут возможно загрузить. Что хочу спросить. Ребята, смотрите, какая ситуация. У нас 27 мая, получается, день рождения будет, как правильно сказать, каналу будет уже год. Вот я посмотрел 27 мая и апреля, сказал мая. 27-го, это пятница, вот несколько дней. У меня вот просто какая есть, я думаю, как поступить правильно. Хотелось бы, возможно, на 2 дня снять номер, комнату снять. Вот даже в том, в гостике, где было, в Дэна тогда выходил, вот последний раз я выходил в прямой эфир, там интернет был, можно было бы вот 27-го выйти в эфир. Не буду ходить круг да около. Если у кого есть возможность, несколько копеек буквально там действительно с мира по нитке бедному рубаха, да, как говорят. Несколько вот буквально там комнату я бы снял за 200 рупий. Потому что я хотел бы машинку. Я побриться хочу, постриться уже бы хотелось. Это я последний раз, когда резетка была, это был в Варанаси были. Вот тогда Варанаси последний раз, а сейчас нету такой возможности. Там она специфическая, там надо долго заряжать, надо резетка. Я бы 2 дня, возможно, в комнате пожил бы как раз, там попробовал бы все зарядить, там подготовиться, чтобы... у меня есть желание, я не знаю, я хочу немножко пешком попробовать пройтись. Есть у меня такое желание, хотя отсюда есть с Ришикеша автобус, но я на автобус не хочу. Хочу, ребят, пройтись пешком, посмотреть, там, дорога, я смотрел уже на карте, вроде пешком есть там, есть возможность. Ну вот, прошел бы, посмотрел, как я себя буду чувствовать, как мне будет, или сразу на автобус, пройду там, или на автобус. Что здесь загадывать? Время, это Индия, все в последний момент будет. Так что вот так вот было бы, повторюсь, да. Обратно же, было бы нормально, чтобы комнату снять, я так думаю, вот перед уже выходить. Вот так, вот такое видео, вот сейчас вот сразу говорю, сегодня воскресенье какое, 23-е, по-моему. Ну, я смотрел, 27-е, получается, у нас пятница, вот было бы четверг-пятницу, повторюсь, снять и выйти в эфир, хотелось бы в прямой эфир выйти, пообщаться. Тогда мне Дэн передавал на телефон, а если я так думаю, они мне пароль же сдадут, введут в телефон. Это будет, я думаю, не так будет глючить. Хотя, в принципе, я считаю, что, кто бы увидел стрим, тот, это так спонтанно тогда все вышло. Вот, что еще из новостей. Вот сейчас, это возле, рядышком в храмике. Ну, они каждый вечер. Вот так, вот такая ситуация, такие планы, какие планы. Ну вот вверх подниматься, я хочу все-таки вот этот я покурил немножко, траву собирал, вот и такие завязочки уже. Я не знаю, я вчера баночку вытянул, но перед этим, честно, там ничего нигде, только баночку-то меня. Я спать лег, я смотрел, я пошел спать без 10:02. Вот. Погода сейчас, кстати, меняется, погода, да, вот дождей нет, вот когда дожди прошли тогда, вот был дождь, я говорил, 1,5 дня, все, сейчас дождей нету, но... Ну, я в это время уже в курточке сидел там буквально каких-то там 2 недели назад. Почему говорю, надо подниматься, все, там были знаки, уже 2 знака было, все. Идем туда, поднимаемся, будем смотреть. Я говорю, надо зарядить, чтобы и снять. Пауэрбанк, чтобы был полностью заряжен. Так что вот так. Пока вот так. Я оставлю в описании, будет карточка, я в описании оставлю или в первом комментарии. Прокомментируйте, как, что вы думаете, как поступить. Ну, вот я говорю, было бы хорошо, чтобы вот несколько копеек, чтобы я снял комнату, хотя бы на 2 дня.
Ну, хотя бы. Ну, так на 2 дня было бы нормально. Животное какое-то ходит. Через 2-3 дня будет полная луна. Сегодня 2-3. Будет нормально. Еще раз хорошего вечера, ребята.